Что же делать? Что же делать? Да. Что же нам делать? Вот чайка. Тихо. Вот меня сейчас. Блять, за забор упала. Чайка. Угу. Ты хуй, сожрать её хотел? Конечно. Понятно. Так, что у нас тут? Чё, так, курочки пропадать вот это? Интересно, блин. Пистолет это третий я уберу. А у нас чё, двойной забор или чё? Где она делась? Алло? Так, это без... Пистолеты без... Надо на этот, на кольт, который надо пойти собирать. Верните чайку, алло. Там стрела в ней была. Пошли вернуть чайку-то. Ага, я нашел ее. Ага. Она сквозь текстуры упала. Ай, не-не-не, не рубай. А как ее поднять, блядь, никак. Сука, проебал стрелу. Ладно, что теперь нервничает? Рассеянный, какой ты рассеянный. Фиаско, все. Жизнь не удалась. Все, я пересоздаю персонажа, потому что я стрелу проебал. Все, блядь, я не приду больше. Вот еще пистолет. В смысле, порубал, она исчезла, алло. Так а ты ее рядом с текстурами рубал, вот она исчезла. А как я ее мог? Я ее даже двигать не мог. Короче, все. Блять, ни чайки, ни стрелы, нихуя. А, стрела вон где, блять. Где чайку убил, получается. Короче, круто, ты сегодня поработал на работе. Все. Более чем. Да. Походу ты там уже принял, блядь. Да. По-любому. Так вон стрела, блядь. Я сейчас умру, но я ее достану. Надо убирать. Дура! Нормально. Все, что это? Не-не-не, на. Оп-оп. Давай. Давай, дотянись. Сука. Ты там писюном дотягиваешься? Да! Лассо, блядь, с писюна, нахуй. Я ты, блядь, как вы эквилибрист, блядь. Монстр. Лассо с писюна, сука. Не говори, блядь. Ну все, на этом мои полномочия, все. Парень-то у нас жонглером растет. Дальше я сдохну. На вышку строй. Ради одной стрелы, это да. Да, надо точно заморочиться, блядь, на вышку. Ай, больно. Куда кастрюлю-то ложить? Там еще одна кастрюля есть, не пишу. Нет, а куда ложить-то? Кастрюльную. Где кастрюльная? Вот этот ящик. Ну пусть будет на втором этаже. Тут еще 4 стрелы для этого арбалета железные на кухне. Блять, твою мать нахер. Ну вот. Вот и мясо появилось, блядь. Это была стрела. Короче, все. Ну все, на этом можно закончить мою игру. Нет, игра только начинается. Так, а оружки мои нет, да? Угу, нормально. Мы твою оружку не брали. А, вот оно валяется. Я вижу. Кстати, вообще не вижу, ты человек-невидимка. Офигенно. Я пришел. Того мира. Ник есть, а тебя нет. Да, бывает, нормально. Блять, ну я полный забитый сейчас, я. В следующий раз возьмешь. Пробует. Ну да. Деталя, блядь. Шо? Иди в бункер, нахуй. В танке. Этого добиваю, чтоб меня послали, короче.
блядь. Отморозился, блядь. Ты что, блядь, опять за чайкой полез? Ну, опять забор на пороть хочет. Нет. Я просто наблюдаю за природой красивой. Да, блядь. Так красиво, лес красивый, он такой вообще. Нет, то там я лазил, тут я не сдохну. Так, все, медик, короче, все. Я наслаждаюсь красотой природы. Кем ты там наслаждаешься? Природой. Ух ты, туда-сюда гоняй. Да. Из-за города, блин. Оба там стоит уже. Стоит. Опа, валим отсюда, валим. Тихо, куда валим? Тихо. Подожди, а ну. Давай, а может она открыта? Может быть. Нет, залочено. Красная. А это не наших друзей? Давай свалим. Нет. И засаду устроим. Проткнул? Не знаю. Блять, надо съебаться где-то, занять позишн хорошие. Что-то летает там в городе. По-любому. Да ножом надо. Да я нажимал, нихера. Не алё. А, сидяш, он не нажимает. Сейчас придёт человек. О. О, села. О, села, да, села, всё. Погнали отсюда нахер. Погнали отсюда. Мы бегали, что делаем, я хуярить пока. Тред патия. Шо? А, я могу осмотреть его, блядь. Какие оно. Хотя тоже могу, да? Да. Все в порядке, вы здоровы, все. Раздвинул булки этот проколов, да. Здорово, лошаром. О, у него что-то желудком показывает, что ему жопа. Что-то кишечник прямой там красный нахер. Слушай, да ну нахер, сейчас он обосрется еще. Прикольно, теперь можно врача играть. О, ты здоровый, нормально. В смысле? Что в смысле? Я так это знаю, да. Здоровый. Еще, блядь, на человека с РПК с кто-нибудь сказал, что я больной, блядь. Так Артем жрет всяких кузнечиков. Сверчки, кузнечики, всю хуйню, блядь. Patent of Rice, шо? А, вот. Да, у него клон. Клон его. А, у него кишечник переполнен, ему посрать просто надо. Блять, вот что тысяч, что Артём, блядь. Лишь бы ты обожраться всей хуеты какой-нибудь. Опа, что же. Чё такое-то, блядь? Ты прапор жаришь, так? Виталий отжарил прапорщика. Вот это номер. Но он думает, откуда это, что это такое? Кто это сделал? А кто это такое? Кто это? Что это такое? Кто это такой? Ой, блин. Что-то звук был. А, еще друзьяки вот где-то. Э, а где он пропал, алё, три нахуй стрелы, блядь. Ау. Вася, ты где, сука? О, нас андроида напали. Надо спокойно, помощь. Помощь, сандроид, я попаду, но не убью. Сандроид, я тихонько сейчас. О, нормально. Нахуй с поля, блядь. Так, ну хоть с этого стрелу заберу. Да? Че нет? Я хоть по нему попал? Я отдай стрелу. Варвары, блядь. Блядь. А где? А чё? Алло, Ты шо? Её патент, её... Out of... Чё это значит-то, блядь? Почему я перемотаться не могу? Ау! В смысле? Ну, тебе ж надо нажать на рану и перемотаться. Да там у меня, блядь, статус показывается. Ну, так я врач, тихо. Ух, ебать, вам нужна помощь, сейчас я вам помогу. На тебе тряпочку.
Стойте. Да вы, у вас сейчас само оно пройдет, конечно. Ну, я вам помогу все равно, просто так. Так, просто так? Да, с вас 100 очков, 100 очков славы. А хоть не странно, блядь. Бля, ну сейчас само пройдет, короче, не перематываю. Сейчас все оно само сейчас да проходит. Все с вами будет хорошо. А че у меня, блядь, этот, жизнь не отражается, блядь? Кранчик. Крантыйте, все. Но мне этот стабилизейшн. Ну. Сейчас скажу, я ж врач. Стойте, стойте. Больной. Стоим, стоим. Ну все нормально, сейчас он стабилизация, рекавер, все. Все будет хорошо. Вот все с вами в порядке. Пару клизм, перекиси водорода вас вылечат. Исключительно дух ведерных. Ну, конечно, естественно. Блин, ребята, кепочка валяется, кто-то из кеу. Три кепочки валяются. А, это я лутал. Блять. Лунтик. Я, говорит, ничего не лутаю. Ну я там дверь, пробежал я пару домов, я не помню дверь, просто. Не оставляй. И двери закрыты. Я ж говорил, бесполезный. Начинается отмазки, типа выгоните меня. Ну выгоните меня, блять. Выгоните, я хочу в танки пойти поиграть. Выгоните меня, выгоните. А чё, так можно было, да? А чё ты тебе хочешь? Нет. Нет, ты, Артём, всё, ты тут навеки. Понял, выход только через этот, сам понимаешь. Через Манупола. Через что? Это и про анекдот про индейцев, не знаете, что ли? Сука! Манупола, блин! Говорит, поймали белого и говорят, ну чё ты, жизнь или Манупола? Он такой, Он такой, а что это такое? Говорит, блядь, ну, слушай, понимаете, говорит, я хоть белый человек, как вы считаете, варвар, но, блядь, я выбираю смерть. Он такой, ну да, ты, конечно, храбрый воин, но мы выбираем тебе смерть через Манупола. Это просто про Манупола не слушает, для меня это новое слово в лексику. Манупола, это как типа вазелин, заходите по чешам, блядь. Да. Ну, говорит, выебем тебя в жопу всем племенем, нахуй. Такой, не-не-не, лучше смерть. Ну ладно, смерть через Манупола, нахуй. Чё, отмычка 3 из 4, блатная. Сука, как надо этот скотч вонючий, хуй попадется, чтоб понимать. Чтоб ты понимал, он хер попадется. Короче, на базу надо бежать. О, гуси летят. Летят гуси. О, я хантер нашел. О, ты тоже там, наверное, да в том ладно, доме, где я бегал. Да ладно, я сейчас могу на него дать. Здравствуйте. Крутяк. Ебать, там зомбаки на кого-то орут. Не на меня. Не на меня. Манупола, блядь. Придёт зомбак. Ну что ты, Артём, выбираешь смерть или Манупола? Или смерть через Манупола. Храбрый воин, но Манупола сначала, блядь. Что такое Манупола? Ты все пропустил, самое вкусное. Это приятно, Артём, это приятно. Выбираем через Манупола. Короче, тебе хантер сначала, а потом прицел. Домой. Это, короче... Не хочу, я молчу лучше. Знаешь что, давай в этом лучше, поиграем. Лучше молчи. Я молчу. Манупола. Давай события создадим, поиграем в события, постреляемся. А смысл? Ну, побегаем между... Надо человечка рейдить идти, блядь. Вы заебали, блядь. Да хоть пострелять лучше. Я сейчас буду стрелять те, кто рядом. Фига себе. Артём, я нашел шортики синие, как ты любишь. Туристические. Ну, здесь нельзя, знаешь, как сделать? Вот ты персонажем бежишь и просто делаешь, короче, ласточку и по траве скользишь на груди. Такое празднование голос специфическое. Блять, я это представил просто, блядь. Такая, помнишь, счастливая рожа и такой полетел, понял, по траве такой. Зачем они делают какие-то танцульки? Вот это сделали. По зеленой траве. Правильно? Угу. Вообще пиздец, беспредел. Это же реально никто скотч не нашел, вообще не видел. Я не нашел.
А чё, в полицейке реально, что ли? Нема, я всё был. И наверху? И везде. В мусоре, подожди, везде. Вы хотите везде сказать, что скотч нужен? Да. Есть скотч 30. Да пошёл ты нафиг, короче, блядь. Вот это тормоза, блядь. Я думал, он прикалывается насчёт скотча. Да, я всегда, я только шучу, да. Детель, тебе удочка нужна, красная? Я эти дома лутал, надо их все посмотреть. Как бы нужна, хочется сходить, как бы. Что вы хотите сделать? Немножко. Не, дай мне скотч просто, и все. Ты меня слышишь, Детель? В домах, в которых я лутался, вот в этих домах где-то скотч, если я его не брал. Так ты еще и знаешь. Погнали этот. Рубить бревна. Для чего? Для апгрейда. Не знаю. Какие бревна для апгрейда? Для второй забор же собирались строить. Второй, кто? Второй забор строить. Ну, забор в заборе. Ой, бля. Нам надо сейчас много. Да нет, это долго, это завтра, может. Не знаю. Или что вот делать? Вот эту пипирку он сломал, нахуй. Ага. Вот эту пипирку застроим, может. Куда ты спрятал этот ящик? Какой ящик? Вот, рубите железо, я эти, как его. Рубите железо. Рубите железо, блин. Где моя вода? Слушай, побежали, знаешь, на D4 в этот бункер. Где, блядь? Куда-то надо бежать. Какой D4, Артём, я никуда, я только ездить буду в этой игре, ебал куда-то бегать. Ну и хрен ты когда свою ловкость прокачаешь. Ну просто бегай. Лол, берешь, ешь мясо и бегаешь, тогда только качаются все инсты. Запомни, а не лежишь, когда оно переварится. Так, это на себе мясо затарится. Ты смотрел видео, которое, блядь, я выложил в Дискорде, не? Нет. Вот и посмотри, ёпта, а потом будешь увидеть. Так это неинтересно. Сам. Конечно. Куда все знаешь, неинтересно. Тёмыч, что это такое у тебя тут? Чё, он пустой? Тёма! Да поте... он пошел малого спать ложить, наверное. Ну он уснул, видишь? Он... А, у него эпилепсия, забыл. А он, видишь, сейчас надо язык, короче, это приложить, это ложку к нёбу, куда там. Видишь, он застыл, сейчас трепать начнет. Артём! Ой, блядь, я упал! Всё. А, подожди, я ж врач. Я врач так. Так, ну все нормально. Фу, блядь. Да пиздец, блядь, два бревна, блядь, отнес, блядь, сдох, все, отдыхай. Перенес ящик, блядь, сдох, отдыхай, блядь, это не пиздец. Не знаю, мне нормально все. О, прапорщик что? Проснулся. Шматко. Так он молчит, его, короче, я понял, отняло, наверное, голос. Ну. О-о-о. Это тот же ящик? Нет, блядь. Это тот же прапор. Надо было сказать, идея, блядь. Кто мы, где мы, что мы такое? Я в город пошел. Зачем? За железкой, блядь. Начинается, блядь. Ладно, я пойду до C3 города. Говорил. Давай, Артём, уговорил, отвечаю. Кто из вас бутылку вина прятал под кустиком? Тысяч. Да я вообще-то в тебя кидался. Я хотел это, понял. Я думал, ты прокаженный, хотел вылечить тебя. Веская причина. Так лечили раньше просто. Кидали в людей. Да, да. Всем. Что в руках было. Ну, с отписчиком, с этим, с этим. Может, вооруженный. Что?
было такое ощущение, что Артем сам собой разговаривает? Нет. И причем это нормально, это нормально, это нормально. Нормально. С собой сам. Когда у тебя есть собеседник... Он сам не в себе говорит. Хоть это сам ты, как бы. Это хорошо. Зеркало — это хороший собеседник. Он там по кустам что-то лазит. Мне кажется, Артём шпион. Американский. Я бегу передавать информацию. По-любому. У меня флешка. По имени. Не-не-не, не надо. Там надо еще доски. Артём спутник, да? Тогда я побежал в лес. О май гад. Мы идем на рейд или нет? Еще реально что ли? Мы строим дом мечты. Пипец, блин. Надо что-то вон пойти и швепнуть. Ты сейчас... Я ж говорю, берите, блядь, этот самый капот. Давай, я уже туда побежал. А, ну давай, давай. Ты там мины пока прощупай, ладно? С собой. Да, 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 да. Ты у нас отважный капитан, блядь. Да, не рожки эти анимации поменяли. Eagle, MP5, M9, Вал, да, Вал вообще непонятно. Какая-то хуйня, шоколад какая-то. Так, ну-ка я сейчас попробую разрядить. Ну, 19-11 такой же почти остался. А как? А как вот, смотри, допустим, пистолет, да, вытаскиваю эту, как ее, блядь. Просто на нее на нее просто кидаешь свои патроны, он сам берет руку и заряжает полностью. Все. О! Нифига себе. Оно. Щелкает, щелкает, щелкунчик. Приколка. А че теперь надо, блядь? Ух ты, прикольно. Так они на АК, они на все поменяли, походу. Да. Они тупо все, ну, анимации, блядь, поменяли. 65 патронов-то заряжать, блядь, я ебал. Ебать, прикинь, это да. Это жопа. Ну это надо один раз сделал просто и все. Ну, теперь просто на. Вот есть патроны, есть обоймы, заряжать их и просто, чтобы они валялись. Да, в обойме сразу, чтобы все было. Теперь стрелять надо. То есть слушать, сколько выстрелов сделал. Да, считать. Ну, понятно, считать. Понял? Такой с РПК по тебе стреляет. И такой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, понял? Эминем такой, понял? Да. Да-да-да. Фантазер, блядь. Так и происходит. Тебя называли. Ой, блин. О, я сейчас РПК попробую разрядить и зарядить. Зачем? Там есть калаш, который 81%, у него барабашка мне стоит. Мне хочется посмотреть. О май гад. Как там бы... Разрядить. Погнал. Ебать он кролик. О, быстро. Да-да-да. Звук такой, блядь. Так, наверное, зависит от прокачки винтовок. Да, оно. Да? Ну да, у меня на третьем уровне. Вот. Вот из-за этого на кролик. Подожди. У меня ноль, наверное, медленно будет. Ну-ка, дай-ка взять. Нифига ты там втыкиваешь, блядь. Не, пистолет он вроде медленно заряжает. Блядь, ты что, вставляешь, что ли? Все. Ну-ка, дай-ка. Кого? А у тебя потому что дай-ка мне барабашку, барабашку, пожалуйста. Да? РПК я положу. Блядь, изменили даже вид барабашки. Виапон РПК. Натуральный, кстати, теперь он так на самом деле выглядит. Ну, прикольно зато. Мне больше нравится. А что наведи? А, патроны на него надо? А, так они у нас... Так ты разряди. Ну, я разрядил. Да. И теперь патроны обратно закинь. Ну-ка смотри. Ну да. Вот, видишь? Вижу, хоп, открыл такой. Ну, быстро. Вот, видишь? Угу. Ты что, красава. О, так она наполняется прям. Че не? А, не, нифига не наполняется. И вот, слушайте, вот тут
могу прочитать. Давай, читай. Алкогольное опьянение есть. Да. Патч, полное описание, что может быть лучше, чем начинать свой выходной чтение змеи в патче. Сбор питьевой воды. Сегодняшний день вы способны собирать и пить дождевую воду несколькими способами. Прежде всего, что вам потребуется, это оставить любую емкость под дождем, и она наполнится им. Конечно же, сбор дождевой воды в обычную бутылку довольно долгий процесс, поэтому мы предоставляем вам несколько способов его ускоряющих. Вы сможете разрезать пластиковые бутылки и банки наполовину для быстрого эффективного сбора воды. Только не кладите их в инвентарь и не бегайте с ними в луках. Вода разольется. Также вы можете скрафтить импровизированную емкость для сбора дождевой воды вместимостью в 30 литров. Ну, это понятно. Да. Следующее. Новое состояние. Алкогольное опьянение. С сегодняшнего дня вы сможете снова напиваться и пьянеть. Ура! Мы переработали алкогольное опьянение, накладываемое на вашего персонажа при содержании алкоголя в крови больше 0 грамм. Максимальное количество алкоголя в крови определяется атрибутом выносливости. Будем пить, блядь, кого кто первый копыта двинет. Новая такая развлекаловка. Соотношение к объему крови в организме, достигая его максимального количества, вы умрете. Вот так. Находясь в алкогольном опьянении, вы столкнетесь с некоторыми сложностями в ориентации, раздвоенной картинке, проблемы в передвижении и самочувствии, пукая, рыгая и прочие визуально-физические последствия. Дезориентация приведет к исчезновению естественной ориентации направления. Наверное, при наличии компаса в инвентаре вы будете видеть его на экране. Лечение алкогольного опьянения попросту выводом крови. Рикардо Милоса, чешу, ранение ног. С этого момента любое повреждение передвижения босиком короткое время приведет к ранению ступней и их повреждения. Ходьба в обуви будет приводить к изнашиванию. В зависимости от вида ландшафта, по которому вы передвигаетесь. То есть обуви много. Я скидываю этот ремку на оружие в вепон. Не знаю, где она. Определенная она наверху обувь. Она наверху в обед. Слушайте, определенная определенная обувь будет подходить для определенного вида ландшафта. И ваш стремень при неправильной эксплуатации. Поэтому мы не рекомендуем бегать по горам в кроксах с носками, как и вид ландшафта, так и общий вес экипировки и скорость передвижения будут влиять на скорость изнашивания той или иной обуви. И да, мокрая обувь также будет фактором высокого изнашивания. Бегая босиком через время почувствует боль и начнется кровотечение от ранений второй фазы. Боль снизит скорость вашего передвижения, с теми, которые может привести лишь к возможности медленного передвижения хромая. Так. С чем можно справиться, принимая болеутоляющие средства. Лечение ранений ног. Если кровотечения нет, то достаточно немного отдыха и приобретения обуви для дальнейшего безопасного передвижения. Также взвешивание других способов передвижения, плавания, езды и так далее. Если кровотечение есть, то с ним можно справиться уже знакомым вам методом и средствами, бинтованием. Забинтованные ноги теперь придавать некоторую защиту против дальнейших нанесенных ранений и ухудшения состояния при передвижении босиком. А также быстро изнашиваться, поэтому если нет крайности необходимости срочно передвигаться. О, ответили пацаны. Что там? Парни в районе 9 они подойдут. Так, будет движ. Примерно в это время движ будет. Новые механики оружия, зарядка магазинов. У меня вопрос. Магазин, да? Скорость зарядки патронов. Твои то, что без здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ты как-то, блядь, без привет, без добрый вечер, блядь, вообще. Охуеть. Я же люблю себя шарашить, ты же в курсе, ну. У меня один вопрос. Слушайте, давайте я дочитаю. Давай. Я зашел. В данный момент зарядка магазинов патроны производится вручную, пуля за пулей. Скорость зарядки патронов в магазине зависит от атрибута ловкости, навыков, винтовок или пистолетов, соответственно. Видите, где у нас гранаты потом... всякие? Да. Сейчас его тоже. Давай, читай дальше. Чё? Чё, мне экран почернел? А, ты в уморок упал, подожди.
Не? Не, я просто зашел, ну, качаю в расход. Смотрите, оружейные части. Данная возможность была добавлена в игру по запросу сообщества СКАМ. Любое оружие в игре отныне можно разбирать на запчасти. Части использовать нихуя в починке оружия. Вот это да, самое оно. Чтобы я разобрать я оружие, вам под... Слушай, заткнись ты нахуй, дай прописать, заебали, блин. Пришел без спроса, говорит без спроса, блядь, орёт без спроса. Другой сервак. Пошел к ребятам, к своим, с кем я изначально. Давай. Что надо, что надо? Пойду соберу свою команду. Да подожди, Артём, ну скажешь. Ящик с инструментами. Каждая. Где у вас база находится? Где её рейд? Да, блядь, за рот-то закрыл. Не, ну это темушки, мне нравится. Каждая разобранная оружие будет относиться к набору индивидуальных жизни. Да хули все орут, я не понимаю, что там. Короче, Сань, давай заново. Саня, я честно пытался. Короче, теперь, если у тебя есть ящик с инструментами, у тебя есть два пистолета, какой-то ты можешь разобрать и типа починить другой пистолет. Все. Мы что, сами не можем? Да, блять, мы же. Кто ломать да, блядь, будет? Ну дайте пару дней. Дим, да ты слушай больше вообще несколько людей. Или я, может, сегодня. Еще, блин, тихо, да делай. Найдем еще кого рейдить. Пускай там радуются. Скажи что-нибудь, Дим. Просто не понимаю, для чего нам вот это вот. Еще. Людей звать каких-то, одного чувака зарейдить. Ну потому что тебя не дозваться, ёпта. Знаешь, такое... Сколько дней? О. Виталий прокачанного родства. Я не шарю. Блядь, он сказал, я тебе сразу сказал. А нахуя он прокачал? Я тебе это об этом говорил. Блин, ребят, выглядит, что мы поджали хвосты и просим помощи. Ну, бред так, какой-то. Блин. Так. Да ничего блин. Это не... Что ты за кипиш, блядь? О, превратилась в какую-то кабан, хуйню. Здорово, кабан, ты куда? Стой. Так. Теперь бери. Залазь верхом. Есть с одного дробаша. Да, и чё? А, рэпирит. Оп, его откидывает. Блядь, сколько выпил-то нахуй сегодня? Я не опачки, 100%, вот это уровень, вот это мне нравится, ебать. Типа сломанный какой-нибудь пистолет разбираешь, да? Ну вот, разобрал поломанный этот блок, и вот такая так. Хуйня с него выпала, вон, смотри, и на пол скинул. Все, смотри, я наверху. А, и вот... 600? Не, было 35, вот, на, почини, вот. Что? Вот, возьми, почини блок. Почини теперь его. Это ремка. Это на блок ремка пол. А ну подожди, а можно другой пистолет какой-то починить? Ой, окей. Слышь, да я сейчас могу... берете варвара. Подожди, сейчас еще вот смотри. Во. А ты какую ремку? Ты ремку не ту взял. Не, это ремка разбирает, понял? А обычная разбирает? Да, обычная разбирает, но она еле тратится. Вот 72, теперь можно починить блок, интересно им. Ну давай, делай. А ну. Ну, можно и раз. А ну. Не, блок что-то нельзя. Вроде... Короче, только то оружие, которое разобрал, оно то и чинит, короче. Делаешь там пару блоков. Не, ну логично. М9, да. блок и так далее, да? Да, да. А, вот так? Блин, ну ладно, хоть так тоже ничего. Вета, сделай пару этих вертелей. Да ладно, уже 82% прокисал. Так. Пойдем рейдить. Класс. 1000 тебе тут пистолетов сейчас на это, на ремонтирую. Он разбирается. Как раз аудиооптимизация. О, револьвер! Не, не, кто-то нашел. Саня принес. Тут я притащил. Саня притащил, да. Так это который, тут я? Кстати, возьми, что-то ты же хотел его, и патрики там есть. Повышен возьми. Урон от 9-миллиметровых пистолетов. Наконец-то. И питье топлива теперь приводит к рвоте. Ну вот, нехуй жрать. Я... Только хватит тебе бухать бенсток. Навык стойкость теперь корректно влияет на потребление воды и энергии. Лучше в Росту прокатить, я сейчас отойду, у тебя может выгулить надо собаку. Кура нужна, нет? Кто? А что я нужно? Пока... Ворон. Надо тебе, нет? Не-не. Положи в этот. Положи в ящик. Да не буду я просто... Главное, ворон, меня выйду сейчас. Что-нибудь. Теперь 10 минут вернусь. Пердечный поезд. За 10 минут можно 80% надо закачать. Так. О, пошли разведаем, Артём.
Так вот его надо нахуй разобрать, так он нужен. Это кто-то. Кто первый, тот и пристрелит. Ха-ха-ха-ха-ха. У тебя прицел, у меня, да? У меня ококий. Ну второго убивай. Бежит, ну, Артём, слышишь? Я сам убиваю. В смысле? Так ты хотел убить зомбака. Главное, раздел его. Он, ну. Я пошёл. Я тебе помогу, Артём. Артём. Давай, блядь. Сильно быстро, он быстрый. Да, я его с ножа сейчас. Давай, да, он твой весь. Ну, типа, ты как это, видел, понял? Как он у меня ножом? Морской ку... А, видел, так мы прямо около его базы тут тусуемся, бегаем, блядь. Да. Такие, понял, блядь, я такие в зомбаре ебашим, я такой разворачиваюсь. Так он, наверное, это самое, там флаг стоит возле его базы, да? Да, да. Значит, он его спрятал такой среди кустов. Так у него баска такая мини-писечка. Это значит, мины там стоят. А чё взяли, что это он вообще взломал? Да это он. Мы не взорвались. Он принес рюкзак, а в нем были чипы от прапорщика и с андроида. Он их убивал в этом, в нашем С4. В бункере убил их. Слушай, а ты скажи, блядь, и там с ним поговори, блядь, скажи, о, блядь, давай против них там будем. Давайте помогать будет. Да, доверие отрешься. Эй, Микола, шо, давай сало, борщ, пампушка, да? Ты прошарит, давай. Вот здесь видишь, есть металлический этот, но мы не пройдем, да, через такой проход. Боковушечку видишь? О, минус мина. Ты живой? Тебя можно поднять? Нельзя, я сейчас это. Ух ты, откуда у меня 200? Сейчас километров? Хоть узнаем, там он или нет. Походу не там раз. Ну ему мина должна прийти все-таки. Ну да, если он где-то, он не здесь. Я хотел доложить. Товарищ с андроид, обезврежена одна мина. При помощи рядового Артёма. Прапорщика Артёма. Благодарю за службу. Да, как там? Ну всё, всё. Ура. Служу с камнем, блядь. Что такое? Перед входом у него мины стоят. Логично. Надо срубить эти кусты, Артём. Я отойду, руби кусти. Вот, смотри, от меня вот прям, если смотреть... Твою мать! Я еще один. В смысле, а как я ее прошел, я ее не слышал. Я не знаю, я там ходил, ее не было. Это заторможенная мина, блядь. Ну, минус. Воу-воу-воу-воу! А это на тебя уже реагирует? Воу-воу-воу! Вот где... Артём, короче, там еще мины, блядь. Кто подорвался-то? Да я еще раз... Я хотя там, вот я там и пробегал уже, я там уже был. Ну это бутылки, походу. Это глеймы, блядь. Тихо, а что это ты? А, ты умер, типа, да? Я умер, да. Ага. Я просто понимаю, я уже второй раз там. А, я пока нормально. В смысле у меня 45 кп? Ебать, я снесло. Ну да, я тебя проверю. Подожди, я тебя проверю. Ранение. Так... Да, 47 хп. Жрачки нету, может. Тебя въебало просто током. Нихуя себе, подожди. А, тут по-другому теперь, ёпта. Как? Ну вот так, что нету ранения С1, вот этого красного. Но хп отнимается. За... Тебе надо его доводить просто не до максимума. Передохнуть, а потом дальше. По-моему, его там. Дарями, понял? Да не слушай его, он под наркотиками. А чем он, блядь? Бредит, блядь. Что? Кого? Вот он. Завести решил. Блядь, а куда? Блядь, у меня там остался скатень, ёпты. Попробуй дерни ее. Какие там замки, шокер есть, нет? Которая. А он у нас, где я? Сейчас. Где ты? Да, вот. Вот тут. Левая, правая? Ну попробуй эту посмотри, что тут. Посередине которая. Ну вот эту, да. Вот эту. Правая посередине которая. Кто-то зомбака тут убил.
Я убил. Что там за пушка? Бля. Ну, шокер есть. Ну шокер. Ну, такой же лютый или как? Сильный или нет? Что-то, я блядь, не знаю, я в перчатках. Электроремок вообще не выходил. Другую. Дверь другую попробуй. Золотые замки. Артём, да, не целься. И тут шокер. Делай. Открою сейчас, что там затычка у меня снимет пол хп. Да мне хуйню какую-то придумали. Там открыл, блядь. Там половину отверток потратил на той двери, когда вообще ничего не открыли. Там хоть один замок открыл. Не получилось. Не, что-то вообще не помню, как открывать. Что-то поменяли, хуйло, наверное. Вообще не стало никак. Хуйня. Хуйня, один хп, я сдохну сейчас. Так ты без перчаток? Да. А где перчатки? Не надо вообще. Нету, я все потратил. Ну и нахуй. Нахуй, пойдем отсюда. Заходил. Я еще не зашел. Не знаю, я только зашел вообще, я с работы пришел. Нет, на это что, играть будете? Что? Там, кстати, эти, у меня же, они же там, по-моему, зарядили уже его. Мне же эти все, Леха звонил, сказал, что они там будут его рейдить. То есть скажи, Димон был в игре, я Димону сказал, чтобы он это не ужасался, если там... Надо смотреть, зарядили они или нет. Сейчас позвоню Лехе, если что, пойдем остатки собирать. Интересно, зарядили они вообще его или нет? Сейчас увидим. Сейчас ты хочешь пойти пешком? Там мне выложить надо, у меня с бункера тут фигни всякой. Да я окна, ты с бункера? Да вчера с Артемом ходили ночью. О, что там на острове? Появился город какой-то? Подожди, да, же... да, там да, же да, не да, было да, нихуя. Был там город, то есть появился. Ух ты. Угу. А большой дупов затодил, рисовался. О, в Z1 хуйня, да, ух ты, ой, подавайте съездим. А что это такое? Там какая-то, там это, типа, поезда, типа? Депо, херпо, селепо. Ага, прикольно. А где у него флаг-то здесь стоял? Мы же вчера его захватывали, разве нет? Ну, мы-то вчера захватывали. Вчера это было 9 часов. Копейками. Так, пошли на базу выносить. Осталось. Слушайте, а... Там, говорит, патроны какие-то остались, все это. Да неважно. Просто на землю можно покидать, пусть херни даже пропадут. Зачем? Ну, сами заберем. Лютые. Ну да, у нас патронов зомби немного. Ходят. Вы меня ждите, я там с металлоискателем. Бегу. Его как пинить? Ремкой обычно? Кого? Металлоискатель. Ну да. Или электроремка? Я не знаю. По-моему, ремкой. Так, я отдыхаю. А заряжать его батарейками просто? Я не знаю. Его не надо заряжать. Надо его заряжать. Надо, ладно. Там чекни, там увидишь заряд его, сколько у него осталось. Да. Димо! Сейчас. Вы пока там обглядывайте там. Обглядывайте, говорит. Обглядите там его. Где база-то его? Да вот, вон перед она, тобой. Вон она, внизу. Я подхожу. Тачка стоит. Тачка? Видишь? Нет. Он уезжает, типа, может, переезжает? По-любому. Забирает стоит. Вот от меня на СЕ ровно. В лесу. Слева от базы. А это не этих чуваков, надо узнать. Может они вернулись? Не, он же сказал, идите там, все, это сам. Мы уехали. Давайте аккуратно. Он, наверное, может пришел там забрать последние свои вещи. Возможно. У меня сзади квадратики! У меня сзади квадратики! Это что? Что? Кто-то да с печеном голым. Не-не-не! Да у меня вот эти нет, это бах. Бах? Это бах такой. Может, да, бой. Стреляют! Да. Меня убит. О. А я где? Говорю... Откуда он тебя убил? Не знаю. Ну, со стороны базы, со стороны базы. Лэпки. Да? Где-то откуда. Блядь. С
Ты чё? Мне показалось дальше, вперед, за базу. А у меня только, блядь, пиздец, у меня только коряк. Нормально. На 3000 сиди, он может пойдет лутать его. Я его вижу, вижу. Где? Направление. Вижу, вижу. Направление Е. Ой, я прям... Рядом со мной кто-то. Да-да-да-да-да. Кто-то бегает рядом со мной. Я просто сейчас пока не резаюсь, слушаю. На мне. Не вижу. На мне прям. Мансит, сука. Кто стреляет? Кто стреляет? Блядь, меня убил. Бери-беги вперед. Я не вижу, где он. Да, блядь, на мне где был я. Господи, блядь. Не, вообще и у меня, блядь, я не видел. Да сиди, просто жди, а потом... Меня разлутывает. Я решусь на всякий. На базе лучше, ёпта. Нет у меня на базе, я какие-то еще. У меня есть. Молодец. Господи. Вообще не вижу, хоть убей. Блядь, Лёша мне звонит. Может, это Алексей? Отвечаю, это Алексей. Не-не-не, вряд ли. Меня убили. Ёптать. Просто одним выстрелом. Это Лёха, ёпта, блядь, он говорит, меня убил. А нахуй меня-то убил? Да он всех убил, просто, блядь, он говорит, не знал, кто это, блядь. А нахуй они вернулись и сказали, не будут их? Они сказали, берите, а это нет, Лёха остался, он говорит, скажи своим, пускай бегут, забирают вещи, блядь. Я бегу. Блять, приездец, а нахуя не вернулись, сказали, не будут их там. Они не вернулись, Лёха вылетел из игры. Ой, Лёха, Лёха. А я казал, ха-ха-ха. Сектор приз надо брать. Я далеко. Ебать, один Лёха троих разложил. А, не, я прям рядом, блядь. Я охуею. Я через речку сейчас переплываю. Пусть он не убивает, я в оранжевом, блядь. Я тоже кепка, блядь, бегу. Блядь, я... Да он, я не, нахуй... он сказал, возвращайтесь. Можно, да? Я захожу. Да нет, тут нихуя. Тут одна мина, она вот где-то стоит только. Не, но она не реагирует. Кирпичи. Пока. Кирпичи. Ты не трожь. Человек с топором. И наконец немецкую каску нашелся. Ура! А, Виталий, забери свою удочку, она мне мешает. Е, давай моя удочка. Май. Она зеленая, фу. Просто нервничка не лезет. Меня. Патроны-то все забирать? Ну, которые, не знаю, хорошие. Девятки можно оставить, херо знает. О май гад. А простреливать, если что, ой-ой-ой, катушка. Топовая, огонь. Остальное все на выкидываю на этот самый. Дробашовские патроны забираю. Все остальное на улицу выкидываю нахуй. Так, а есть еще что-то на удочке тут? Дайте топор, полная. Блядь. Вот здесь лежит. Что нужно, а что же нет? Волчок. Ой-ой-ой. Что такое? Блин. Пеленковац. Ну, вот абсент. Вот это бухло. Пивас. Вино. Кому что? Так, вот. я убираю то, что не надо. Так, сейчас взорвемся, я не виноват. О май гад, сука. Свою баруху открою, нахуй. Короче, да. Водка есть смысл. Да, блять, какой смысл?